две игры получить очень интересные, очень такие насыщенные. Для болельщика, я понимаю, что это очень были хорошие игры. Да, вчера мы первую четверть хорошо выиграли, и на этом, получается, мы как бы так более как, наверное, игроки успокоились. То есть очень легко нам далась первая десятиминутка. Ровно, более агрессивно играла в защите. Мы не перестроились, были глупые ошибки, недоработка, непонятие, взаимопонимания не было в нападении. Как-то вот ступор пошел. И за счет этого мы потеряли весь наш гандикап. И в концовке уверенность ровно игроков. Они реализовали много трехочковых бросков с хорошим процентом. И получилось, что у нас проигрыш. Вторая игра получилась более такая, как для нас, более стабильная. Мы повели в счете и всю игру старались удержать это. То есть возможность была уйти, но видите, сколько много было технических, дисквалифицирующих, как с одной, так и с другой стороны. То есть игра была, действительно, накал был серьезный, ответственность была большая. И как бы так, ну, мы удержали и счет, и как бы и игроков. В прошлой игре у нас был гандикап 16 очков после первой 10-минутки. И потом ровно, если дать игрокам ровно, свободно действовать, то от них можно ожидать. То есть мы проиграли вчера за минуту, проиграли 8 очков. За минуту получили трехочковый фол с фолом, и потом еще два проиграли подбор после этого и забили нам два штрафных. То есть буквально за минуту. То есть здесь нельзя было расслабляться. За счет этого был сильный эмоциональный такой подъем. И, то есть, желание бороться было у нас до конца. То есть это как бы и было сказано в собрании. То есть за каждый метр мы должны отстаивать. Безусловно, очень хорошая, сбалансированная команда. Они, я знаю, что играют уже не первый год этим составом. То есть есть хорошее взаимопонимание у игроков. То есть в призерах, я надеюсь, что как бы так возможно, что быть. То есть не знаю, то есть здесь очень тяжело говорить, потому что мы играем только в своем сейчас, в своей группе. Ту группу мы не знаем, мы лично точно, потому что мы играли только с Николаевым, знаем уровень Николаева. Всех остальных команд мы уровень не знаем, так что после плей-офф уже все будет видно. У нас есть задача играть хорошо каждую игру. А как оно получится и как у нас будет возможность, то есть это уже посмотрим.